Добрый вечер. У нас в гостях заслуженный артист России Валерий Струкас. Добрый вечер. Добрый вечер, день и вечер. Или день, или... У кого-то вечер, у кого-то день. Скажите, пожалуйста, как вам наш вечер и как часто вы нас посещаете? Ну, я уже не первый раз. Я дружу с вашим, и с моим другом, и с продюсером, с Александром. Мне очень нравится атмосфера, обстановка, хороший звук. Ну, самое главное, что все хорошо, задорно, весело, как будто мне 25 лет. Как будто 25 лет, да. Ну, мне чуть побольше. Вот это, ну, главное состояние души, как говорится, правильно? Внутреннее, сколько вы... Насколько я знаю, у нас еще и лауреат, я не могу выговорить. Чего лауреат? Международных конкурсов. Да я еще знаю, что у вас есть группа своя. Ты лауреат, я еще когда был конкурс Юрмала в 90-м году, уже тогда был лауреатом конкурса, подумай, 20 лет назад. Вот. И группа «Моя империя» есть. Самое главное, кому очень интересно, ну, более интересно мое творчество. Вы к нам пришли с дисками. Конечно. Откройте мой сайт, наберите Валерий Струков и посмотрите мои клипы. Вот вышел мой диск. 20 лет моего творчества, мое CD. Вот. Кому более все это подробно интересно, открывайте сайт, смотрите, слушайте. Главное, у меня все бесплатно, все можно скачать, послушать. И главное, напишите какие-то письма, потому что люблю критику, люблю, когда все от души, все по-настоящему, все по-честному. То есть даже можно и общение, то есть вы любите вот этот конечно, контакт с людьми, конечно, с народом, конечно, да? Конечно, прекрасно. Конечно. Что вы пожелаете нашим начинающим молодым певцам? Не бояться, не стесняться, петь в полный голос, заниматься, стремиться к достижениям. И совершенствоваться, не стоять на месте. Потому что я даже чувствую, что я еще, глядя на молодежь, у меня появляются крылья. Они и сам учусь, да? Вдохновляет, сам учусь. И чувствую, что все-таки все еще впереди. В общем, заряжаюсь от молодых сердец, от молодых голосов. Есть еще пора. Да, да. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо за такой позитив, за такой положительный настрой. Приятного вам вечера. Ждем вас много-много раз еще. Спасибо. До творческих встречи. Успехов. Спасибо. До встречи. До встречи.